Всем привет, ребята! Меня зовут Даша, и вы находитесь на моем канале Даша Дрим. Я мармеладка, всем привет! Но перед началом этого видео подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на красную кнопочку внизу под видео. Пип, поздравляю, вы стали подписчиком нашего канала! Да, ребята, как вы знаете, на нашем канале мы запустили рубрику «Нарисуй мою аватарку». Но нам пришлось изменить правила этой рубрики, так как у некоторых аватарки очень сложные. Да, ребята, очень сложно у некоторых аватарки, и я их, к сожалению, не могу нарисовать, и мы изменили правила этой рубрики. Теперь вы должны в комментариях писать что-нибудь любое, вот, и в конце или в начале указывать хэштег «Нарисуй для меня». «Нарисуй для меня». Да, вы должны указывать хэштег «Нарисуй для меня» в начале, в конце, в середине, неважно. Но вы должны не просто хэштег писать, а хэштег «Нарисуй для меня». Ну, то есть вы не просто должны хэштег написать «Нарисуй для меня», а еще что-нибудь приятное. Да, любое. И если что, извиняемся за посторонние звуки в этом видео. Да, и под прошлым видео с хэштегом «Нарисуй мою аватарку» выиграл канал Саша Уркова Лав. И вот мы совершенно рандомно выбирали людей, да, которые указывали хэштег. Так что да. И вот такой вот рисунок я нарисовала для Саши Уркова Лав. Вот такой вот лайк. И тут надпись «Лайк». И Саша Уркова Лав. Привет тебе. Ну а еще, кроме того, что вы должны написать хэштег «Нарисуй для меня» и еще что-нибудь приятное в этом же комментарии, вы должны быть подписчиком нашего канала и вы должны поставить лайк на видео. Да. Ну и, ребята, пишите хэштеги. Надеемся, что Саши этот рисунок понравился. Да, надеемся, что тебе очень... Ну, надеемся... То есть очень надеемся, что тебе этот рисунок понравился. И до встречи в новом видео. Всем пока! Пока, ребята. Пишите хэштег.